Здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей. И мы продолжаем играть в модный летсплей. Короче, не очень-то хорошее серия. Место Андрей выбрал для портала в ад. И поэтому в связи с этим я решаю в сегодняшней же серии начать делать подвал. С отдельным ответвлением для портала, да? Да, я, кстати, в прошлой серии мы сбывали в большой пещере, набрали там очень много угля. Очень много железа. Ну и довольно-таки немало реалмита. А еще целых 3 алмаза. Я положу их в свой сундук. Пока что. Золотое яблоко еще есть. А еще костяную муку могу сделать. 24 штуки целых. Предлагаю поспать прямо сейчас. Все, согласен, поддерживаю. А еще я, кстати, убил летучую мышь и получил способность. Я могу теперь летать. Это поможет мне в постройке крыши. А, я понял, как эти стекла строить. Я гайд нашел, Макс. Да? Да. Это получается, мне надо палки. Еще будет сейчас палок много. Да, ну палки. Пока что я построю здесь. Зеленый краситель, стекла. Так, стекла. Ты можешь палок, пожалуйста, добыть побольше? Сейчас я пол доделаю, третьего этажа пол. А у нас точно мод этот стоит? Какой? А вот этот вот мод, который на сезоны. Да. Что-то не хочется красить у меня стекло. Так, пожрать нужно. Пол застроен и к крыше приступить надо. Так, для чего ты меня звал еще раз? Я не понял, почему не крафтится у нас стекла эти кирпичные. Странно. А, точно, блин, их же. А, нет, это уплотнитель для трупа. Так, я пока приступлю к постройке подвала. Лестница уже здесь готова. Лопаты. А вот лопата, похоже, у меня сгорела в лаве. Груз дна. Ну ладно, я сделал. А, ты палки хотел, чтобы я тебе сделал. Да, палок надо. Много? Побольше бы. А еще нам надо этот делать, как его? Наковальню. 18. Хватит, нет? Пойдет. Уже лучше. Где ты? Ничего. Я внизу. Где внизу? Ну, в смысле, в этой, в домике у себя. А. Палок туда в сундук кинь, в сундук. А, в сундук. Ладно. У-у-у. Так, земля. Так, значит, начнем, короче, в этой серии подвал делать. О, слушай, если что, булыжник меня относи, ладно. Да, так, во-первых, надо факел поставить. Во-первых, надо булыжника тебе накопать для меня. Пока что я копаю землю здесь. Но булыжником тоже займусь. Я хоть земли сейчас немножко накопаю для нужных задач.
Так, лопата кончилась первая. Земли-то под полно сейчас будет у меня. Вот это очень хорошо, что будет полно. Так, я тогда пока метки буду расставлять, где я примерно планирую карьер делать. Я, наверное, я сделаю порт для... Я, короче, в подвале еще для портала ват отдельно глубину пророю еще вниз, чтобы звуки от портала ват не раздражали меня, когда я в доме нахожусь. Умно. Ну а так мысли вообще хорошие. Я надеюсь, ты будешь не против такого карьера. Блин, я до крыльца до самого докопал, блин. Здесь... Да ничего страшного. Здесь надо обратно землю заложить. Чё, слишком как-то купанул не так? Слишком далеко здесь. Так, так ладно, дальше, дальше тут не прокапываем. Иначе я... Как минимум два блока туда. Так, все, это есть. Все. А насчет других посмотрим потом. Ты не против, что будет карьер здесь вот рядом практически с домом? Вот так вот. Главное, отлично. Чтобы он не загубил его. Ну ты посмотри, я сейчас пока метку, метки ставлю. Все, проверим. Вот где блок этого... Короче, вот метка, где будет крайний угол его, смотри, вот здесь вот стоит будет. Что, нормально, не? Как думаешь? Ну, карьер-то будет огромный, мне кажется, слишком близко к дому, к домам он будет. Да нормально, по идее. Если хочешь, можно чуть урезать будет его. Я пока так метки выношу. А вот этот, это угол, ты говоришь, будет? Да, это один угол будет. А, ну если, один угол, то тогда, может, еще сойдет, да. Остальные-то я в другие места разносить пошел. Тогда, наверное, пойдет. Так, продолжаем построить подвал. Так, вот второй угол будет здесь у меня идти. Карьера. Если ты будешь против, ты просто скажи, я могу перенести его. А, ну тут вообще да вот. Да вроде сойдет. Вот. Теперь осталось тот угол сюда свести, и можно будет соединять углы. Все, вот он. Слушай, можешь прийти сюда ко мне на болото помочь? Мне надо, чтобы ты пару деревьев снес. Сейчас, секунду. Блин, здесь еще воду надо будет высушивать же. Лопаты у меня нет, она сгорела в лаве в пещере, походу. Грустно. Мне надо сделать новую... Готово. Новый топор сделать надо сначала. Надо железо плавить, поставить. А еще надо бы... Где это? Надо из алмаза что-то сделать. Я сделал алмазный меч себе, пожалуй. А я... Нам надо еще на карьер, блин, как-то ресурсы копить, не забывай. А иначе мы, блин, ничего не сможем здесь сделать. Один алмазик на сумеречный лес пойдет, наверное. Так, почти. Во, все, я соединил угол практически. Так, все, я сделал новый топор. Теперь остается только угол поднять здесь. Камри 3.5 играет. Mm-hmm.
Так, поскольку в эту сторону идет карьер, я туда лучше не буду прокапывать в этот дальнейший проход. В эту сторону тоже плохая идея будет копать, потому что там ты прорыл проход в земле. Надо, короче, придумать для него место нормальное. Туда куда-то надо здесь стенку поставить. Блин, надо сейчас здесь вообще будет лопатами нам с тобой поработать. Земли надо побольше. Пока. Так, пока земля здесь будет. Можно глубже тут лучше прорыть будет, чтобы портал этот не доставал меня. Ладно, еще пару блоков. Теперь, думаю, хватит. Даже булыжника сейчас будет полно. Вот это хорошо. Только мне булыжник бы самому тоже не помешал бы. Потому что мне надо каменные кирпичи делать. Так. Будет. Они же тут прямой, да, вроде бы. Ага, ничего. Ага, да, вот все. Прямой. Во. Осталось только один борт карьера поставить, и все, и можно будет метки накидывать пока что временно. Так, вот здесь проделаем его. Потрясающе. А тут будет еще чего-нибудь. Все великолепно просто. Нам осталось много-много-много земли добыть, чтобы борт поставить карьера. И все. Отлично. Тут портал поставлю. Так, сейчас буду перетаскивать портал туда. Ох. Я хочу из железа сделать себе броню. Можем, кстати, и тебе тоже сделать броню. У меня есть два железных блока, но они у меня лежат на этот, на наковальню. У меня железо до хрена просто. Могу и тебе броню сделать. Ну ладно, я подумаю.
Поскольку мы делаем портал в ад, то мы, очевидно, пойдем и в ад тоже. Интересно, когда только мы туда пойдем? Да. А где тут у меня каменные кирпичи? Вопрос, кстати, хороший насчет этого. А я сейчас здесь пока что... Во, у меня... А, еще вон сколько у меня их есть. У меня раз, два, три, четыре, пять. 5,5 стаков всего лишь. Земли до хрена у меня. О, давай сюда, на базу нафиг ее. Скидывай земельку. Раз, два, три. Че, всего лишь? Это ты хочешь сказать всего лишь? Больше 2 стаков, блин. Давай поспим, потому что я хочу денег, чтобы да. Все, согласен. Я сплю. Сейчас я тоже приду. Здесь факела поставлю. Все, ура. День наступил. У тебя булыжника нет случайно? У меня почти 3 стака, но... Вот булыжник тоже мне будет нужен. Я бы хотел бы из них сделать каменные кирпичи. Вот мне бы тоже не помешало бы. Ну я могу тебе стак один дать пока. Ну это мне для дома как раз просто нужно будет. Или тебе надо больше. Ай, блин, я упал с борта. Чё, тебе дать булыжника сейчас или нет? Да. Все? Ну сколько не жалко, столько и дай мне. Один стак, пока только один стак дам. Я здесь пока осушаю. Я думаю, еще. Ну, потом еще будет булыжник. Что-то очень медленно осень наступает. Ну, вообще-то переход плавный у нее, по-моему, нет? Так. Пожалуй, я поставлю плавить так. Железка, во-первых. Так, и сделаю себе так, шлем. Здесь закрыть надо. И нагрудник. Здесь закрыть надо деревню. Отлично, а теперь у меня есть железная броня. Да, мне нужна еще одна печка. Тебе кувшинок не надо, мне их просто уже очень много есть. Пускай пока тут будут стоять. И в каждую... По 20, так, штук, по 20 штук угля добавлю. Все, я перекрыл воду. Так, сюда реалмит, а сюда железо. А сюда булыжник. У нас есть склад общий, не забывай. Да. Я просто пока плавлю их. Нам надо это кожи бы побольше с рамками сделать. Кожи? Да. Блин, кожа, а в пещере рамок. Один кусок кожи был, я выбросил его в лаву. Эх ты. Я же тебе говорил, что нам он необходимо будет это все дело. Так, значит сейчас будем аккуратно выстраивать. Так, мне звонят. Оу, жестко. Алло. Да. Четыре.
Нет, мне не интересно это до свидания. Чё, кредиты предлагают, да? Чё-то там помощь по списанию долгов. У меня нету долгов, блин. А может, по учёбе есть долги? Нет, тут банковские долги, скорее. А огнево где у меня? А, я же его положил в этот сундук. А, нет, его нету. Я что, просрал его в лаве? Видимо, да. Придется гравити копать снова. Блин. Надеюсь на то, что... О, отлично. Так, ладно. Всё, лопата кончилась, блин. Я тоже скоро кончится лопата. У меня последний кусочек железа остался, буквально. Мы бедные. Это ты бедный, у меня до хрена железа сейчас будет. Ну, я бы на твоем месте бы, тогда бы создал бы эту кузню. Наковальню, в смысле. Мне пока не... Мне не нужна пока. Портал готов. Повезло. Да, но пока нам не надо туда. Потому что мы без брони, блин, вообще хотя бы. У меня... Ну это ты без брони, я сделал уже себе броню. И тебе сделать могу. Надо бы. У меня железа полно. У тебя из брони что-то было, по-моему, ботинки были. Да, ботинки, которые уже сломаны практически. Ладно, тебе все тогда сделаю. Так, нагрудник, шлем и штаны. Надо еще, так, надо еще 4 штучки мне, чтобы тебе сделать ботинки. Так, вот с этой стороны, так, бежим, 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 бежим. Оба. Раз, два. А что за пустота под... Сколько мне блоков будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, расходу. Семь. Я себе семь. Новый, пожалуй, надену. Семь. Ой, а зачем я в сундук положил? Мне же надо ботинки сделать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Новые я надену себе, а тебе эти отдам. Где ты? Нифига ты щедрый, блин, не могу. Ты где? А, вот. Я на улице дом строю, блин. Понятно, хороший фундамент. Так, ботинки чуть-чуть потрепанные, штаны чуть-чуть потрепанные и новый шлем с нагрудником, вот. Нет, блин, новое дать. Ну и как бы железо это я добыл. Так что делим все по-братски. Так, реалмит готов. Реалмит надо будет на складе потом складывать. Рупиевую руду сейчас изготовим. Пока сюда положу. И орелмитовую тоже изготовим. Два рупиевых слитка есть у меня. И сейчас будет два орелмитовых слитка тоже. Так, 34 камня уже у меня. Еще добавим. Делаем каменные кирпичи. Ой, боже. Так, а как каменные кирпичи делаются? А, из четырех этих. О, золото. Так. На 32 блока хватило. Пока, но будет еще больше. Ай, без золота. Жалко.
Вот эти не вот здесь потолок будет потом, так что здесь не буду и ставить его. А вот здесь можно поставить. Здесь зря я выкопал. А вот здесь поставить можно будет и здесь. Все, борта карьера здесь есть. Теперь осталось только для карьера будет площадь выровнять прямой, и все. Горы снести, чтобы ресурсы это не потерять. Он же их просто впустую всю землю где. Блин. А, еще земля есть вообще потрясающая. Нет, здесь тоже каменных плит поставить. Все, великолепно. Как тебе, кстати, мой домик будет? Я видел. Нормально. Посмотрим, как он выглядеть будет, когда достроенный будет. Так мне сейчас карьера тут весь раскапывать придется. Котлованом одним большим. Не поможешь случайно? Я тут подвал делаю, извини. Ой, я проход... А, это этот. Это твой проход вниз. Я думал, я тут пещеру нашел. Какой проход вниз ты нашел уже? За моим домом проход вниз ты там подкапал в первой серии себе. А где у тебя здесь подвал, да? Да. В доме подвал. Нифига, у тебя там, конечно... Здесь, наверное, облагородишь, да, еще перед всем вот этим? А ты где смотришь вообще? В самом низу. Нормально, так получается у тебя. А, я уже что-то я не видел, чтобы ты заходил туда просто. Не предлагаю поспать. Да. Так. Камень. Плавится, это великолепно. Нужен камень, а камень я не дам! Камень все плавится. Помню, из какой-то игры, короче. Камень я не дам, помню было. И каменщик работает 3 дня без зарплаты. Ой, боже. Ну вот, все, в принципе, у меня есть каменные кирпичи в большом объеме. Все, последний кусочек железа остался у меня. Эх, еще 2 палки берем. Все? Лопата последняя сейчас будет сделана. Так, стенки здесь. Вскапываем эту землю. Так, ну мне нужна будет как минимум твоя помощь, если что, потом. Конечно. Еще б не нужна была. Потому что такой объем раскопать это в одного-то. Ну а что, сейчас у меня есть хотя бы ресурсы некоторые. Эх. Ой, так. Боже, сколько здесь. Какая здесь яма будет, это пипец. Предлагаю хотя бы по контуру начать раскапывать эту яму. Поможешь по контуру хотя бы снять грунт весь? Так, это что у меня? Куда я уперся? А, это походит так, да. Все верно. Блин, лопата сломалась. Последняя.
Придется рукой докапывать. Если тебе там мало копать, то чё нет рукой? Ну да. А, у меня уже места в инвентаре нету. Ну и тогда, по-моему... А, блин, этот придурочный заспавнился у меня на крыше. Склада. Скулбокс, надо чё-то там затрудничать дело. Сейчас я пока землю везде уберу по краю. Ходим по краю родному. А здесь сколько вообще блоков? Главное сейчас не переусердствовать, потому что 4 блока у меня глубина должна быть. Так, еще надо блоков. Циклопы эти задолбали, если честно, уже. Опять места нет в инвентаре, блин. Да. Надо сейчас бежать какую-нибудь землю складывать. Ой, я придумал, куда я буду землю складывать. Я буду сюда землю складывать. Всю. Из дома своего. Дом — дело такое. Дом — дело такое, да. Так, ну, да, вообще, высота так тоже нужна. Оп. Всё. Блин! Я придурок. Я знаю. Подкольщик, блин, а? Я выкопал случайно больше, чем надо. Просто заколебали. Хотя нет. А железо все доплавилось. А можешь мне, пожалуйста, две лопаты из железа сделать? Тебе две. Мне хотя бы три надо уже. Ай, ну замечательно. Заканчивается просто мне. 4 сделаю, потому что мне тоже нужна лопата. А земля нужна тебе? А, ну вообще да, по сути, потому что я сейчас буду... Значит, принесу землю. Еще. И землю и лопату неси сюда мне. Да. И землю и лопату отдавай. Что-то мало земли как-то. А, вот уже лучше. Очень спасибо. Так, еще блок. Давай. Блока еще. Так. Все, мы идем купать землю. У меня осталось 3 лопаты, чтобы ты понимал, на весь этот лаван огроменный. Так, осталось немного раз, еще. 3, 4, 5, да, все верно. Ну хотя, наверное, я здесь, наверное, уберу это, потому что мне там, потому что там проход наверняка будет. Я уголь под домом нашел. Ну, красавчик. Будешь жить богато, значит. А теперь сравниваем в одну общую высоту. По контуру хотя бы пока что. Дуб нужен мне. Обычный. Так, это получается пол. Ага. Все-таки еще ниже надо. А зачем обычный березу лучше срублю? Угу.
да, наконец-то. Посмотри, какая глубина будет у меня. Сейчас, подожди. Ты не поможешь мне случайно подвал раскопать? Нет, здесь не буду пока ставить. Да, только сейчас... Мы, кстати, потом еще с тобой чаровальню будем делать. Конечно, будем. Так. Ай, упали. Ладно, пока тут застроим. Подумаем, значит, будет ли здесь проходы или нет. Ладно, основная часть подвала готова. Повезло. У тебя нет ступенек там, в смысле лестницы какой-нибудь? Вот лестницу к порталу в ад сделать бы неплохо было бы. Сними с дома эту лестницу, пожалуйста. Мне надо, чтобы ты ее сюда мне кинул. Чтобы я вылазить мог из этой ямы. Лестница, я помню, три лестницы было. Да, без разницы. Похоже, она сгорела в лаве. Я лестницу, которая на доме висит у меня. А как же я буду лазать с деревьями? Да пока пофигу, главное яму сейчас раскопать нам. Ладно, я срублю акацию эту. А потом спущусь и сниму тебе лестницы. Нам надо очень много здесь добыть всего вот этого. Это бы лужинка много у меня есть. А, теперь... Сейчас будем землю раскапывать тут. Лучше б я стрелы выбросил, а не меч. Лестницу тебе надо еще, значит. А, вот он. Я уже снял ее, оказывается, все. Нифига себе, ты копанул. Так, мне нужно будет этому. На, лови лестницу. Че ты говоришь? Я скинул тебе лестницу. Ой, это великолепно, очень спасибо. Это великолепно. Ты настоящий друг. Да. Настоящий герой, блин. Ура! Лестница! Так, пошли поспим, потому что... Да. Пора серию заканчивать. Так. И в следующей серии, наверное, надо будет заняться третьим этажом и крышей. Давайте на сегодня закончим. С вас подписывался с нас эпичный видос. Подписывайтесь на стрим, канал Лога, канал Спадеру ВКонтакте. И всем пока.